Всем привет, дорогие друзья, с вами Виолент, и мы, естественно, продолжаем играть в Life is Strange. И давайте посмотрим, что дальше. Так, кто это? Ректор Уэллс. Поговорить. У тебя взволнованный вид. Ты в порядке? Я просто волнуюсь за свое будущее. Тебе видно, что ты нервничаешь. Ты ничего. Ты всегда можешь быть откровенна со мной, Макс. Ты сделала что-то плохое, ведь так, Макс? Расскажи мне. Не рассказывать о ней. Мне просто стало плохо, женские штучки. Думаешь, ты первая, кто так отмазывается? Я не вру, у меня голова закружилась в классе, мистер. Ты можешь доверять мне, скажи, что ты... Да ничего тут скрывать, мне стало плохо, знаешь, такое иногда случается. Опять это подростковое нахальство, знаешь? Мне достаточно. Думаешь, я не понимаю, что происходит? Ты здесь только при неделе, а уже создаешь проблемы. Не думаю, что твои родители это понравится. А теперь выйди на улицу, пожалуйста. Этот знак означает, что ваше действие будет именно после перемотать время. Возможно, я только что спустила свою... Что мне, надо рассказать правду, что ли? Пойти к главному компасу? Так, школьный двор. Рэйчел Эмбер. Она выглядит такой красивой и амбициозной. Интересно, что с ней произошло. Пропала без вести. Последний раз видели Аркадия Бэйн. День исчезновения 12 апреля 2013 года, понедельник. Приметы. Возраст 19 лет, рост, вес, цвет волос, блондинка, цвет глаз, карина, икра, татуировка в виде дракона. На внутренней сторонке левого запястья татуировка в виде звезды. Рэйчел Эмбер, 19 лет. Если у вас есть какая-то информация о ней, то, пожалуйста, позвоните в телефон шерифе. Ясно. Так, у нее, значит, татуировка. На всякий случай надо запомнить. Потому что... Ё-моё, сколько тут пропало? Офигеть можно, ребята. Было бы прикольно, если бы действительно бы сразился с... Давайте посмотрим. Сколько же здесь плакатов? Действительно хочет найти Рэйчел Эмбер. А, это одна и та же самая развешена, ага, ясно. Так, у нас тут отдыхают они. СМС-ка, там журнал. Да подожди ты строчить так, а? Какой быстрый-то. А сколько у нас время, кстати, в игре сейчас? Не забуду сходить в общагу и взять там флешку. Подождите, сейчас флешку возьмем. Так, он нам писал, да? Вот, хай, Макс. Не могла бы ты вернуть мне мою флешку? Мне нужна какая-то информация и место. Ау. Сори, опаздываю. Безумный денек. Встретимся на парковке. Я, как всегда, отлично выгляжу. Ты без труда найдешь меня. Уже приготовила камеру, скоро увидимся, надеюсь. Так, а что у нас там еще есть? Так.
Ага. Ладно. Совсем можно взаимодействовать. Это отлично. Так, велосипедик. Я хочу покататься. Нет, нельзя. Джастин Бибер. Какого черта? Стой, 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 стой. Зачем ты мотаешь? Так, ну пошлите. Наверное, нам все-таки туда надо. Машины ездят. Круто. Указатель. Теперь мне нужно идти в общежитие. Этот день никогда не закончится. Ну, это общага, наверное, да? Очевидно, что туда нельзя. Нет, туда мне не нужно, ага. Так, стрелка туда. Warren's waiting for me and his flash drive in the parking lot, so I better get back to my dorm. Так, значит, нам не туда. Ничего, заодно посмотрим. Что-то да как. Так, ни хрена себе. Что это такое? Вертолетик. Так, молодец, чувак, хорошо катаешься. Красавчик. Так, браток сидит. Так, куда это ведет нас? Мне нужно пойти туда и забрать флешку. Пойти. А, пошли. Да, музыкальное сопровождение тут крутое. Надо подняться наверх и забрать флешку. Ну, хорошо. Сколько можно говорить? Так, Алиса читает что-то. Вот эта тварь, да? Которая... Виктория, ну-ка давайте. Поговорить. О, смотрите, это Макс Скофилд. Академическое селфи. Что за дрянная ловка, даже маг мистер Джефферсон купился на эту жалкую хипстерскую. Тебе, наверное, твои таблетки помогли? Раз уж ты знаешь ответ на любой вопрос, думаю, ты найдешь другой вход в общагу. Мы не сдвинемся. О, секунду, замри. Как оригинально. Не бойся, Макс. Прежде чем опубликовать это фото, я наложу винтажный фильтр. А теперь свали-ка на все четыре стороны. О, да, Виктория, я уберу твой костлявый. Вот мразь. Я сейчас тебя рубану, тварь. Ты не подойдешь, смекаешь? Это ты не смекаешь, понимаешь, нет? Мразь. Хана тебе, мразь, а? Я не хочу трогать эту лестницу, как лечить бедного. Борзая какая, а? Всегда найдутся. Всегда найдутся, где дегенераты. Подождите, что там было? Нет. Сейчас мы ее устроим, чувствую, пакость. Было усилить напор воды и дать Виктории сей точки к действию. А как? Как это сделать? Разбрызгиватель. Ты не пройдешь, смекаешь? Сейчас ты смекнешь. Где-то... Где напор? Увеличить.
Наверное, что-то я упустила, нужно вернуться назад. Да, походу, что-то мы упустили, реально. Так, и что? Да подожди ты. А вот. Водяной насос. Похоже, этот водяной вентиль достаточно прост в обращении. Ну давай. Чё же уж. Ты можешь нажать, не ты? Так, не застревай, не надо. Так, удержите, чтобы перемотать время. Так а что не так-то? А, вот, использовать. Какого черта? Да вы шутите. Только взгляните. Тише, Виктория, это просто вода. Ну, конечно, вода пропитала кашемир. Вы что, кашемир? Ты выглядишь отлично, я даже на ступеньках не могу посидеть. Так вали тогда в другое место. Так, вон они стоят. Подожди, подожди. Что? Сейчас Самуэль да Винчи покрасит это окно. Ну, крась. Ведро. Сейчас мы можем пройти? Понимаешь по-английски? Исчезни. Какая гидкая, а? Давай, братенька, братенька, лезь. Да побыстрей. Так, он повесил. А как это дело все опрокинут на нее-то? Я хочу это сделать. Блин. Так, скорее всего, мы не успели, да? Давайте отмотаем. Так, они до сих пор сидят. Подождите, ведро. Так, видимо, мы что-то там... Ладно, проверим, получится ли. А куда ему... Давайте быстрее использовать. Сейчас напакостим этим... Этой твари особенно. Все, браток, полез. Сейчас. Сейчас будет интересно. Ага. Ху-ху, да как? Ты в порядке, Виктория? Такая краска волосам не идет. Нет, простите. Подожди, стой, мы принесем полотенце, мы сейчас. Шевелитесь, а то я... Конечно, со мной шуточки плохи. Ребята, вы что? Придурочная, давайте вот это обойдем. Давайте. Привет, Виктория. Чего тебе, Макс? Давайте поиздеваемся. Нет, ничего не говори, Макс. А, подожди, так и сиди. Тут даже фильтр перед отправкой не нужен. А теперь подвинься, пожалуйста. У меня был тяжелый день, и я спешу. Я знаю, где ты живешь. Это будет иметь последствия.
Уоу. Нифига себе, это будет иметь последствия. Ну и хорошо. Нефиг на вас лезть. Так, надо забрать флешку. Так. Что это такое? Видимо, никто не вывел эту туалетную. Плакат, доска. Так. Так, закрыт туалет. Комната 217. Ни по каким предлогам я не соглашусь войти туда. Хорошо. Это что? Это проделки клуба «Циклон». Рода посвящается в клуб Виктории. Жалкое зрелище. Доска. Видим. Ясно. Темы. Взглянуть. Как будто это их останавливает. Джули Экс, экстремальный репортер. Ну, это мы знаем уже объявление. И это мы знаем. Доска. Читать. Во дворе будьте начеку, придерживайтесь следующих правил. Всегда следите за тем, где вы находитесь. Всегда рассказывайте друзьям, где вы и куда идете. Немедленно сообщите руководство к академии, чтобы скачать бесплатное приложение. Взгляните на... какое приложение нафиг? На мобильничек, что ли? А где эта флешка-то? Okay, this is just mean and stupid. Что мы будем там рисовать? Все. И что это ты такое? Это будет иметь последствия. Что ты такое нарисовал? Universal symbol for please leave me alone, asshole. А-а-а. Вот, комната Макса. Войти. Home, sweet home. Дом, милый дом, люблю свой кокон. Чё? Одежда. Не открыть. Гитара. Так, мама. С днем рождения, Максим, ты до сих пор не можешь проверить, что... Привет, дорогая. Мне на электронную почту пришло письмо от вашего директора, ректора. Он побеспокоен твоим неподобающим поведением и недолюдимостью. Это правда, что ты все время проводишь в общежитии? Я понимаю, что тебе тяжело одной вдали от дома, но ты там, чтобы изменить свою жизнь. Позвони мне, пожалуйста, поговорим. Скучаю по тебе. Целую, мама. Позвони, да? Вау, круто. Комнатка такая, ничего. Фотографии, давайте посмотрим. Это единственная моя фотография из путешествия. Классный был матч, очень напряженный. Боже, Кристин, такие пьяные, пытались забраться на тролля. Так, надо флешку искать. Макс, лучшие друзья навеки. Кто-нибудь до сих пор использует эту фразу? Когда-нибудь мне придется позволить Хлое и выслушать все, что она скажет. Чем дальше тянешь, тем хуже будет, тупица. Так, взгляну, кровать. Книга, моментальный фильм. Куст. Полить. Пить хочешь, да? Я худшая мама в мире. Вот, пей.
попив, браток наш, так. Это будет иметь последствия, хорошо. Мы ничего плохого сейчас не сделали. Печенье, давайте похаваем. Подожди, я вот это хочу. Хорошо, что мама прислала мне огромную коробку кокосовых печений на день рождения и засунула в него чек на 200 долларов. Она отлично знает, как следует грустить день рождения. Печеньки, да? Я хочу похавать. Трудно поверить, что мне повезло же мне с родителями, что привели мою привычку фотографировать. Happy. Мы никогда не забудем твой день. Взглянуть. Может, я и не милашка в розовом, ну и хрен с ним. Мне нравится мой гардероб. А где флешка-то? Ну ладно, будем ждать его, да? Такая прелестная гитара, надо быть почаще на ней играть. Давайте играть. Так, она бесконечно, наверное, будет играть. Давайте положим. Поиграли и хватит. Я так соскучилась по походам на игры с папой. Would Man Ray call them selfie portraits? Записка. Уоррен даже оставил мне записку с наполненной флешки. Он такой дурашка. Для Макса и всех, кого касается. Ну, кстати, флешки включают в себя. И что мы будем фоткать? Себя, да? Даже не верю, что мне уже 18. Я выгляжу хоть чуть-чуть старше, только больше нервничаю. Ой, капитан, хотя бы ты всегда прикроешь. Когда я проглотила твой глаз, и родители побежали со мной в больницу, то я поняла, что мы связаны навсегда. Прилечь. Так приятно наконец расслабиться. Этот день был так ужасно странным, и такое ощущение, что он никогда не закончится. Возможно, скоро я проснусь и осознаю, что это был всего лишь сон. Или, как сказал По, сон внутри сна. Так, полежали, хватит. И когда он уже придет, этот Макс? Тут уже вроде нету, да, флешки? Это мы видели уже. Одним из величайших. Книга по искусству взглянуть, включить. Надо заглянуть в магазин БУ и набрать пластинок по доллару. В
включим. Похоже, Дана оставила мне записку. Привет, детка, я позаимствовал твою флешку, чтобы посмотреть сериал, пока занимаюсь. Если она тебе вдруг понадобится, приходи в мою комнату. Чмоки-чмоки. Прекрасно, теперь мне придется переться. Куда переться? Переться к Дане, чтобы забрать у нее флешку. Ну, пошли. Ты в заперти, Дана, скажи мне правду, иначе сгниешь там. Welcome to the real drama queens of Blackwell. Ответь на мой звонок. Поговорить. Привет, Джулия. Все нормально? Ага, Макс. Я заперла Дану в комнате, потому что у нас... Что она наделала? А чего она не наделала? Дана занимается... You never talk. Just zone out with your camera. That's why I'm talking to you now. What's my last name? Ох, ребята, я не помню. Juliet Mason. That was truly жалкая попытка. Спасибо за беспокойство, Макс Кофилд. By the way, Juliet Watson. На-на-на-на-на. Так, и где находит? Забрала нашу флешку. Кинцо пошла смотреть. Так, даже музыка слышно, как играет там. Великолепно сделано. Сейчас мне там делать нечего. Что? А где флешка? Подождите, как ее там звали? Уэтсон? Заметка для Макса. Помни, имена полезны. Ну, давай побазарить хочу. В глубине души Дана до сих пор... Чё? Чё? Эта девушка повсюду похожа, она была очень популярной. Ну, наверное. О, Виктория, как же ты меня достала. Так нельзя обрисовать это дело. But what's this poster really trying to tell me? Похоже, Уоррен не хочет придурать за Бро. Куда идти? Опять комната Макса, что ли? Ну и что? Так, за ноутбук использую, давайте. Я так жалко выгляжу. Я так тащусь от этого сайта, только посмотрите на этих винтажных красавиц. Уоррен makes me laugh. It's nice to feel like I already made a real friend here. Фотоальбом. Взглянуть.
Вот он, мой источник вдохновения. DVD. One day I'll organize my film collection. One day I'll get an actual HDTV. If I'm not looking through a viewfinder, I'm looking through a window. Always looking. I'm glad Kate let me borrow her copy of The October Country. I should have every Bradbury book for myself. Так, и что? Looks like Dana left me a little post-it note. Great. Now I have to go get the flash drive from Dana's room. Так, Дани. И где же эта Дана? Комнату хотя бы написали, ребята. Наверное, все-таки это она стоит. Да это Джульетта. Так, ну, наверное, надо время отмотать. Я так думаю. Да? Blackwell isn't that big, but it sure feels like a labyrinth. No reason to go now. Ладно, давайте отмотаем. Так, перемотали. Juliet looks like she's ready to throw down. Hey, Juliet. Is everything cool? Oh yes, Max. I've locked Dana in the room because we're... Джульет Уотс, а теперь будь добра. Я польщена, вот уже не думала, что... Ух, конечно же, я знаю. Спасибо, я запретила Дану, потому что думала, что она занимается парнем. Откуда ты знаешь? Виктория Чейз, ты ведь знаешь ее? Может и так, но сейчас это вдруг Дана будет заигрывать именно с твоим парнем. По словам Виктории, Дана пойдет на все, лишь бы сходить. По словам Виктории, значит... Она видела их переписку, а теперь за Карен не отвечает. Блин, мне надо попасть. Ты чё? Давайте еще раз. Поговорить. Так, это мы видели. Что она делала? Она ведь твоя подруга. Лучше подруги не занимаются двумя парнем. Думаю, нет. А откуда ты узнала? Уотсон. Джульет Уотсон. I'm flattered. I didn't even think you knew my name at all. Of course I do. Just because I don't talk a lot doesn't mean I don't care. So, how did you find out about them? According to Victoria, по словам Виктории, Дана пойдет на все, лишь бы сходить на свидание. По словам Виктории, значит, она видела переписку. And Zachary won't answer his phone. Once Dana admits it, she can go straight to hell. Ну и что? Дай мне пройти. I should find a way to end this silly standoff. Блин, ополоумила, что ли?
Комната Виктории. Газета. Так, что это у нас? Читать. Международный фотограф Марка. Драгоценности. She's actually got a classic medium format camera with some awesome prime lens. Планшет. I hate you, Victoria. No, officer. Нет, офицер, что вы? Я не шпионка, я просто любуюсь по технологии Виктории. Наклейка, ноутбук. That's real nice, Victoria. And who the hell thinks I'm a hipster? Boom! This is the email I need to show Juliet. Now I have to print this fast and get the hell out of here. No. Распечатать письмо. Так. Где этот сраный принтер? Показать распечатку. Взять. Сразу же. Ты нужно доказать того, что Дана не виновата. Так, ага. Сейчас мы пойдем отнесем это все дело. Я вам что, детектив, чтоб расследовать, а? Показать. Джульетта, прочти это. Ну, конечно. Я дура, прости меня, Дана. Очень на это надеюсь. Ты действительно думала, что я лезла за Кари? Нет, но у меня была эта тупая ревность. Все еще любишь его? Спасибо тебе, Макс, ты настоящая Я свободна, и все благодаря тебе. Спасибо. Флешка Орена у меня на столе. Ну, пошли. Наконец-то дашь мне флешку. Осталось совсем немного. Просто забери флешку и встреться с Уэль. Так, флешка. Вот флешка. Взять. Мы должны оберегать нашу прелесть, чтобы она не попала в лапы Максу. Привет, Дана. Серьезно, спасибо тебе. Не могу поверить, Джульетта запретила меня в моей же комнате, заперла. Детский сад просто. Бедная Джульетта совсем вышла из себя. Надеюсь, она не убьет Викторию. Тоже стоит волноваться. Дабы в жизни не дала этому самодовольному качку себя тронуть. Мы с Викторием выше этого, или были выше. У тебя есть мозги, ни с кем не... Уоррен, все равно нравится твоя комната. Он хороший парень, вот он. Вот он прям. Tons of crazy shit. Films I've never even heard of. And in a special folder called Max. Yeah, okay. I gotcha. Так, что там читаешь? Ладно, что уж. Так, теперь надо встретиться с нашим Максиком. Он еще не пришел, нет? Давайте выйдем. Так, Уоррен. Чем дольше я печатаю сами, тем длиннее будет мой путь. Уже жду, пока. Так, наконец-то. Флешечку взяли мы. Damn,
Черт, мне следует отмотать. Нам следует отмотать, нам сказали. Смойся отсюда, хипарь, я не даю. Ай, больно. Так. Трахан, я не понял, что делать. Даже было его жаль, не будь он таким мудаком, бедная Джульетта. И что, мне это надо предотвратить? Ну, поговорить. На полу умил. Ладно, пошлите. Отнесем Максу флешку. Виктория, привет. Надеюсь, тебе понравилось то, что было после твоей жизни, а, тварь. So don't think I'm blind. I see everything here at Blackwell. Do you understand what I'm saying? No, and leave me alone. You can't fool me. Меня не обманешь. Все знаю об этой школе. Это я здесь прикрываю. So you better figure out what side you're on. Please, leave me alone. Надеюсь, тебе понравилось шоу. Большое спасибо, Макс. Черт, надо было заступиться за Кейт. Это козел приходит все границы. Я могла бы... Мне следует что-то предпринять, этот парень тот еще засранец. Так, ну что ж, друзья, на этом можно закончить. Так, что это у нас такое? И продолжим в следующей серии. С вами был Виолент. До встречи, дорогие друзья. Всем пока.